труд и мир. Вот главный лозунг: все для блага, для страны. Достигать вершин сегодня неустанно мы должны. Уважаемые жители и гости Крымского района, дорогие земляки, вновь на Кубань пришла весна, а вместе с ней любимый праздник, праздник весны и труда. Расцвела страна родная, песни звонкие слышны. Здравствуй, праздник, праздник мая, праздник солнца и весны. Добрый день, уважаемые земляки и гости нашего района. Поздравляю вас с праздником весны и труда. 1 мая всегда будет один из самых любимых наших праздников. Его смысл – объединение людей. Наш район – часть успешного многонационального Краснодарского края, где в мире и согласии живут миллионы жителей. Мы гордимся своей малой родиной, своей великой Россией. Дорогие крымчане, вы вносите достойный вклад в социально-экономическое развитие района. Все достижения – это результат вашей работы. Тружеников села, учителей, врачей, строителей, предпринимателей, работников различных сфер. Каждый из нас на своем рабочем месте строит будущее Крымского района. Это праздник наших ветеранов и пенсионеров, кто свой жизненный путь посвятил своей малой родине. Сегодня у нас реализуются масштабные инвестиционные проекты. Мы взяли высокий темп развития во всех направлениях. Крымский район становится комфортным для жизни. Вместе мы сделаем наш район процветающим и благополучным. Для этого у нас есть все самое необходимое, а прежде всего замечательные, трудолюбивые, ответственные и целеустремленные люди. Этот год особенный для каждого из нас. Мы отмечаем 95-летие образования Крымского района. А город Крымск стал городом воинской доблести Краснодарского края. Желаю вам, дорогие земляки, праздничного весеннего настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Спасибо. С праздником! Посвященную празднованию Дня весны и труда открывает знаменная группа. В этом году это право получила мотогруппа. На главной улице города спортсмены, которые отстаивают честь Крымского района на соревнованиях по мотокроссу различного уровня. Каражов Виталий, мастер спорта России, призер чемпионата России, участник чемпионата Европы. Каражов Алексей, мастер спорта России, призер чемпионата и первенства Краснодарского края. Дуба Олег, кандидат в мастера спорта. Возглавляет черногорец Андрей Григорьевич. В этом году местному отделению 68 лет. Организация с долгой историей и большим опытом обучает водителей транспортных средств. Сегодня, спустя десятилетия, его основы и направления по-прежнему созвучны задачам нынешнего века. С праздником! К трибуне приближается колонна Всероссийской политической партии «Единая Россия», местное отделение которой возглавляет глава муниципального образования Крымский район Сергей Олегович Лесь. Колонну ведет исполнительный секретарь Крымского местного отделения Андрей Николаевич Митрофанов. Более 2500 единороссов трудятся во всех отраслях района. Среди них учителя, врачи, работники культуры и предприятий сельского хозяйства, среднего и малого бизнеса, активисты и молодежь, представители органов ТОС. Увеличивается число сторонников партии. Активно проявляют себя молодогвардейцы. Единая Россия, процветающая Кубань. Крымский район только вперед! Ура! В колонии идут сотрудники районной администрации, главная задача, которую ставит руководитель муниципалитета Сергей Олегович Лесь перед своей командой. Повышение уровня жизни жителей района, ремонт дорог, освещение, строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов,
В 2018 году сданы в эксплуатацию три моста на общую сумму более 600 миллионов рублей. Построены, капитально отремонтированы и сданы в эксплуатацию 46 объектов. Так полностью реконструированы центральный парк города Крымска, дворовая территория 6 многоквартирных домов в микрорайоне маршала Жукова. Построены спортивный зал в 25-й школе и офис врача общей практики в поселке Саук-Дере. За последние 2 года удалось ввести дополнительно 800 мест в детских садах. На центральной улице города колонна Крымского отделения Коммунистической партии Российской Федерации, старейшей политической партии страны. Возглавляет колонну коммунистов первый секретарь Крымского райкома КПРФ Кравченко Николай Федорович. С 1 мая! С праздником! Ура, товарищи! Праздничную демонстрацию продолжает колонна местного отделения Краснодарского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». В составе активисты партии и руководитель местного отделения «Справедливая Россия» Сорокин Владимир Алексеевич. Да здравствует 1 мая! На центральной улице города колонна работников отрасли культура, руководит которой Громыко Любовь Васильевна. Это целая сеть из 73 учреждений, в которой трудится более 500 человек. Гордостью и визитной карточкой Крымского района являются 33 творческих коллектива, имеющих почетные звания «Народный» и «Образцовый». На центральной улице города Крымская межпоселенческая районная библиотека, руководит которой Елена Николаевна Реснянская, и филиал учреждения Крымская центральная детская библиотека Альберта Лиханова. Слава работникам культуры! На центральной улице города колонна социально-культурного центра Крымского района возглавляет колонну директор Александр Валерьевич Макаров. Девиз работников учреждения «Мы призваны служить народу своему и в мир прекрасное вести». Всю творческую работу СКЦ осуществляют высококвалифицированные специалисты, настоящие мастера своего дела. Активную деятельность ведет детский сектор под руководством Татьяны Петровны Плисовских, Оксаны Александровны Некрасовой. Мероприятия района организует Ольга Чузовкова, заведующая культурно-досуговым сектором Ирина Дементьева, ведущий Артур Минасов, солисты вокального жанра Наталья Дивго, Ирина Аксенова, Шазие. Большой любовью жителей нашего города пользуется образцовый хореографический коллектив «Кубанушка» под руководством заслуженного работника культуры Кубани Валерия Анатольевича Шедагу. В этом году коллективу исполняется 35 лет. Коллектив «Кубанушка» – неоднократный лауреат и дипломат международных, всероссийских, краевых и межмуниципальных конкурсов и фестивалей хореографического мастерства. Субтитры сделал DimaTorzok.
и коллективом народного творчества. Центр гордится коллективами, имеющими звание «Народный» и «Образцовый». Образцовый хореографический коллектив «Веселые искорки», руководитель Нелли Мамонова. Народная вокальная группа «Надежда», руководитель Ольга Гомозова. Образцовый духовой оркестр, руководитель Анатолий Шкаляр. Образцовая детская эстрадная вокальная студия «Овации», руководитель, заслуженный работник культуры Кубани, почетный работник общего образования Российской Федерации Валентина Ключарева. Творите, дерзайте, новое открывайте. С праздником 1 мая! Ура, товарищи! Сотрудники социально-культурного центра – это дружный, сплоченный коллектив, где нет случайных людей. И каждый сотрудник работает творчески, с большой душой. На праздничной улице колонна детской школы искусств города Крымска. На протяжении 26 лет возглавляет школу искусств заслуженный работник культуры Кубани Гульнара Акимовна Назарова. Среди творческого коллектива школы заслуженный работник культуры России Тамара Михневич. Заслуженные работники культуры Кубани Татьяна Лавринович, Ирина Каханова, Любовь Шедогуб, Ирина Стариковская. В этом году стипендиатами администрации Крымского района стали 8 одаренных воспитанников школы. В школе функционирует 26 коллективов, среди которых неоднократные лауреаты и дипломанты конкурсов и фестивалей, духовой оркестр, ансамбль скрипачей, академический хор, оркестры народных инструментов, образцовый фольклорный ансамбль «Лада», народный ансамбль преподавателей «Интермеццо», ансамбль «Бузуки», ансамбль «Домристов», коллектив учащихся художественного отделения, образцовый хореографический коллектив «Вдохновение». Слава работникам культуры Крымского района! Больших вам творческих побед! Встречаем клуб спортивного танца «Виа Дэнс» под руководством Инны Подоруевой. Клуб создан в 2010 году. 90 воспитанников изучают хип-хоп, диско, современную хореографию и акробатику. Ребята занимают призовые места, становятся чемпионами и дипломантами всероссийских конкурсов и фестивалей. В этом году они вошли в сборную Краснодарского края в общероссийской танцевальной организации по современным танцевальным направлениям. Творчество на благо Крымского района. Новых побед вам! Образцовый хореографический коллектив «Вдохновение». Приближается колонна сети детских клубов «Оранжевиль», на счету которой более 9 тысяч проведенных праздников, многие из которых городского и районного формата. Это новогодний бал, бал принцесс, ежегодный фестиваль мыльных пузырей. В команде клуба работают более 10 профессиональных аниматоров и 2 инструктора по раннему развитию. «Оранжевиль» является обладателем уникального шоу «Зеркальных людей». Гастроли проходят по всей стране. С праздником весны и труда! Ура! На главной улице города воспитанники и тренеры детской и юношеской спортивной школы номер 1 города Крымска. В школе обучаются более 1000 детей и подростков города и района. Здесь развивается борьба, дзюдо, самбо, спортивная вольная борьба, легкая атлетика. Возглавляет школу мастер спорта СССР по дзюдо и самбо судья международной категории Артур Владимирович Адамян. В школе работают 22 тренера-преподавателя. За последний год школы подготовлены 2 кандидата в мастера спорта. Более 200 воспитанников выполнили массовые разряды. Членами сборной команды края являются 15 воспитанников. В состав сборной команды России по самбо входит мастер спорта международного класса Анна Гореликова. Успехи и показатели спортивной школы во многом заслуга тренеров-преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию. Крымский район – кузница по подготовке спортсменам высших достижений. Ура! Мимо трибуны проходят воспитанники и тренеры детской и юношеской спортивной школы номер 2 города Крымска. В школе обучаются 870 детей и подростков города и района.
В ДЮСШ номер 2 развиваются спортивная борьба, бокс, тэквондо, хоккей на траве. Возглавляет школу отличных физической культуры и спорта России Копылова Елизавета Павловна. В школе работают 17 тренеров-преподавателей. За последний год школой подготовлены 113 воспитанников массовых разрядов и один воспитанник, выполнивший первый спортивный разряд. Проведено 163 спортивных мероприятия, из них 49 краевых. Школа гордится своими спортсменами. Это Рыбова Антонина, Зима Валерия, Замятина Ангелина, Захарина Мария и Анастасия, Морарь Андрей, Бочанах Полина, Танаканян Альберт, Кальжанов Вадим и Григоровский Максим. Спортивная, здоровая молодежь – символ новой Кубани, новой России. Ура! Мы приветствуем тренеров, воспитанных в спортивной школе «Урожай», где работает 28 тренеров и обучается почти 800 ребят. В 2018 году было завоевано 135 медалей краевого и всероссийского уровня. 7 спортсменов спортивной школы являются членами сборной команды Краснодарского края по волейболу, легкой атлетике, кикбоксингу, городошному спорту. Спортсмены тренера Попкова Игоря Владимировича неоднократно становились победителями, призерами первенства Краснодарского края, Южного федерального округа и России. Отличными результатами радуют шахматисты тренера Исаченко Сергея Константиновича. Школа гордится своими тренерами, воспитанниками, достижениями, наградами и рекордами. Ура! На главной улице города колонна спортивной школы Олимпийского резерва «Ровесник», которую возглавляет Дмитрий Николаевич Цимбал. Он награжден золотой медалью за выдающийся вклад в развитие Кубани первой степени и грамотами губернатора Краснодарского края. В школе проходит программу спортивной подготовки более 750 спортсменов художественной гимнастики, волейболу, футболу, бадминтону, гандболу, хоккею на траве, баскетболу и регби. В школе работают 25 специалистов, имеющих первую и вторую квалификационную категорию. Среди них мастер спорта СССР, мастера спорта России, отличник физической культуры и спорта России, кандидаты в мастера спорта России. В прошлом году массовые спортивные разряды выполнили 269 человек. 10 спортсменок отделения гандбол получили звание мастера спорта России. 2 спортсмена отделения регби получили звание кандидатов в мастера спорта. Гандболистки школы являются чемпионками и призерами соревнований краевого и российского масштаба. Со спортом дружить, здоровыми быть. Ура! К трибунам приближается колонна спортивной школы «Витязь», которая объединила всех юных футболистов Крымского района в единое целое. Возглавляет созданную в 2013 году школу Андреев Владимир Георгиевич. В школе занимается более 650 мальчиков и девочек города и района в возрасте от 9 до 17 лет. Работают 15 тренеров по футболу. Более 300 ребят занимаются в 7 филиалах. 197 воспитанников имеют спортивные и массовые разряды. Тренеры и спортсмены, пусть вам покоряются новые вершины в спорте. Ура! С праздником! С 1 маем! Мы гордимся нашими спортсменами, которые приносят нам награды в Крымский район. Ура! С праздником! С 1 маем! Мимо трибуны проходят спортсмены и тренеры спортивной школы «Крымская», которую возглавляет Масияди Александр Васильевич. В спортивной школе «Крымская» работает отделение пулевой стрельбы, спортивного туризма, адаптивной физической культуры, отделение конного спорта и спортивного ориентирования. Мастер спорта России. В 2018 году стал чемпионом Краснодарского края и России в парной программе. Спортсмены отделения конного спорта участвуют в значимых мероприятиях города и района, краевых соревнованиях. Воспитанники отделения спортивного ориентирования активно принимают участие в районных и краевых соревнованиях. В краевых соревнованиях по спортивному ориентированию сборная команда Крымского района заняла 3-е общекомандное место. Новосельцева Анастасия стала победителем. Спортсмен отделения пулевой стрельбы Павел Швецов стал серебряным призером первенства Краснодарского края по стрельбе из пневматического оружия. Является членом сборной команды Краснодарского края. Матвей Зройченко, серебряный призер открытых краевых соревнований по стрельбе из пневматического оружия, юный стрелок Кубани. Воспитанники отделения спортивного туризма осваивают навыки преодоления полосы препятствий, участвуют в районных соревнованиях, туристических слетах. Быстрее, выше, сильнее! Слава нашим спортсменам! Слава нашим тренерам! Ура!
Встречаем персонал сети фитнес-клубов «Роял Фит». В городе Крымске работают два фитнес-клуба и уже который год радуют крымчан просторные залы с большим разнообразием тренажеров, групповые занятия, современная спа-зона, бассейн, зона силового тренинга, бокс, большая кардиозона и единственная в городе зона кроссфит. В клубах работают высококвалифицированные тренеры, которые являются действующими спортсменами и принимают участие во многих атлетических соревнованиях, занимая первые и призовые места. В здоровом теле здоровый дух. С 1 мая! На праздничную площадь города выходит красочно украшенная колонна управления образования. Система образования Крымского района включает 34 школы, 42 дошкольных образовательных учреждения и 4 учреждения дополнительного образования детей. Стабильность и развитие школы, крепкие педагогические кадры, высокая ответственность руководителей образовательных организаций, а главное – любовь к детям – вот основа качественного образования. Слава работникам системы образования! Сейте разумное, доброе, вечное. Ура! С праздником! С 1 мая! Ура! Учителя Кубани Титкова Ольга Николаевна, Шульева Валентина Сергеевна, Химич Татьяна Павловна. В этом году победителями призерами районных олимпиад стали 42 учащихся школы. Ученица 8 класса Ланисова Вероника стала финалистом всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Менделеева. Уже более 10 лет в школе работает научное общество «Эврика». Ежегодно учащиеся школы становятся лауреатами и победителями зонального и краевого этапов научно-практической конференции при Малой академии наук. Школа гордится своими спортивными достижениями как по гандболу, баскетболу, футболу и другим игровым видам спорта. Активно работают детские общественные организации, юные помощники пожарной дружины, юные инспектора движения, юные помощники полиции, школьный военно-патриотический клуб «Ратник», волонтерский отряд «Свежий ветер». Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей. Да здравствует 1 мая! На центральной улице города. С 1 мая! Ура! На центральной улице города праздничная колонна педагогов, родителей, учащихся средней общеобразовательной школы номер 2 имени Героя России, выпускника школы Владимира Анатольевича Чабанова, победитель конкурса «Учитель года 2019», учитель математики Москотова Ирина Игоревна. Коллектив учителей и учащихся школы стремится к повышению качества образования, используя современные технологии обучения и воспитания. С праздником, дорогие учителя и учащиеся! С 1 мая! Ура! Приветствуем школу номер 2! С праздником! С 1 мая! Счастья, мира, добра! Ура! Площади города Крымска приближается колонна учителей и учащихся общеобразовательной школы номер 3 имени легендарного полководца маршала Георгия Константиновича Жукова. В первых рядах праздничного шествия директор школы Ирина Валентиновна Лымарева и учителя. Среди них заслуженный учитель Кубани Светлана Федоровна Бедаш, почетный работник общего образования Наталья Владимировна Естафьева, ветеран школы Наталья Даниловна Лапина, Элеонора Дмитриевна Гриценко, Ольга Шавкатовна Саликова. За ними стройными рядами идут юные жуковцы с портретами героев Великой Отечественной войны. Продолжают шествие юнармейцы, активные участники ГТО. Учащиеся школы номер 3 изучают историю родного края. В колонне демонстрантов юные продолжатели традиций кубанского казачества. В колонне радостным шагом идут самые маленькие представители школы, ученики начальных классов.
завершает праздничное шествие колонна отличников, активистов, спортсменов. Это гордость школы. Коллектив учителей и учащихся живет яркой, насыщенной жизнью и готов к выполнению самых сложных задач. Ученье свет! С праздником весны и труда! Ура! Встречаем колонну общеобразовательной школы номер 6 имени Героя Советского Союза, главного маршала авиации Вершинина Константина Андреевича. Руководит образовательным учреждением Бобровская Татьяна Владимировна. В школе трудится творческий, высокопрофессиональный коллектив учителей. 12 педагогов награждены отраслевыми наградами. Среди них заслуженные учителя Кубани. Ткаченко Зинаида Федоровна, Кабышева Наталья Анатольевна. 10 учителей являются почетными работниками образования. 2 учителя награждены почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. Учащиеся школы ежегодно становятся победителями и призерами муниципальных олимпиад, научно-практических конференций, творческих конкурсов, выставок. Среди них Косинова Ирина, Черный Александр, Савиных Анастасия, Горбач Виктория, Тюрин Андрей, Перевозная Руфина, Анохина Дарья, Матинова Вероника, Машанская Анастасия. Учащиеся активно участвовали в зональных и районных спортивных соревнованиях и завоевали более 20 призовых мест. На высоком уровне организована патриотическая работа в школе. Военно-патриотический клуб «Эльбрус» под руководством Асланова Радимира Дождемировича визитной карточкой не только школы делать школу комфортной, привлекательной, современной, с высоким качеством образования. С праздником! Желаем всем больших достижений! Ура! На центральную улицу города выходит коллектив одного из старейших образовательных учреждений города Крымска, гимназии номер 7 имени Героя Советского Союза Василия Антоновича Ермолаева. Колонну возглавляет заслуженный учитель Российской Федерации, почетный гражданин муниципального образования Крымский район Терновская Лидия Федоровна, заслуженный учитель Российской Федерации Зобелева Лидия Михайловна, заслуженные учителя Кубани Ведяева Александра Петровна, Простынкина Людмила Григорьевна, Ульянова Татьяна Николаевна, почетные работники общего образования Российской Федерации Тюкалова Татьяна Ивановна, Бажинская Людмила Ивановна, Спринская Ирина Степановна, Дресвянская Татьяна Анатольевна. В 2018 году гимназия вошла в число лучших общеобразовательных организаций края по результатам ЕГЭ по русскому языку, а также по количеству обучающихся, которые набрали на ЕГЭ от 80 до 100 баллов. В этом году 30 учеников гимназии стали победителями-призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Ученица 10 класса Бабяк Полина – призер краевой олимпиады по журналистике. Ковис Виктории Викторовной. Много лет отдали самоотверженному труду Пономарева Ольга Анатольевна, Воробьева Лилия Анатольевна, Копинская Ольга Владиславовна, Катранова Елена Львовна, Алипенко Елена Евгеньевна, Топалова Галина Федоровна и многие другие. На базе школы работает спортивный клуб «Юность», который приносит призовые места в краевых и районных соревнованиях. С 2018 года школа участвует в проекте «Самбо в школу». В школе функционирует центр дистанционного образования, в котором проходит обучение дети с ограниченными возможностями здоровья. Учащиеся школы: Буренина Вера, Стрельникова Ксения, Сибиряткина Наталья, Манучарян Мила, Левченко Ярослав стали победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-19 учебном году. Каждый год школа пополняется и молодыми специалистами, которые вносят в образование современные технологии обучения. Верим в силу знаний. Ура, товарищи! Встречаем колонну средней общеобразовательной школы номер 20. В школе обучается 350 учащихся, педагогический коллектив 17 человек. Руководит школой директор Невягина Елена Витальевна. Школа гордится своими педагогами. Лучший из них – Басова Татьяна Владимировна, преподаватель русского языка, учитель высшей категории. Соломатина Ирина Петровна, учитель начальных классов, создатель авторских методик преподавания. Островская Железная Татьяна Михайловна, учитель физической культуры, призер муниципального этапа Всероссийской конкурса «Учитель года Кубани», лауреат краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России». Приоритетным направлением воспитательной работы являются поисково-патриотические мероприятия. В феврале 2019 года 14 учеников школы вступили в ряды юнармейцев. Да здравствует 1 май! Ура! С праздником! На главной улице города праздничная колонна педагогического коллектива и учащихся школы номер 24 –
имени трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. Руководит образовательной организацией Богомолова Марина Викторовна. В школе обучаются 602 ученика, работают 39 педагогов. В колонии почетные работники общего образования, ветераны педагогического труда. Из года в год ученики школы становятся активными участниками районных, краевых и всероссийских конкурсов. Победители и призеры районных олимпиад. Шабдинова Сабина, Сергиенко Кирилл, Рыков Георгий, Ручкина Наталья, Бердюгин Константин, Диденко Мария, Трубачев Семен, Суровикина Виолетта. Команда девочек 7-8 классов приняла участие в зональных краевых соревнованиях по стритболу. Ученица 4 класса Кныш Алена – победитель краевого турнира по шахматам. Свои победы и достижения ученики 24-й школы дарят любимому Крымскому району. Успешный учитель, успешный ученик, с праздником весны и труда! Ура! В школе преподают заслуженные учителя Кубани и отличники народного просвещения. Учащиеся школы являются победителями и призерами олимпиад по предметам русскому языку, литературе, химии, физике, биологии, ОБЖ и физкультуре. Победители в зональных соревнованиях кубанской десятки спартакиады по гандболу «Надежды Кубани». Ученики школы являются участниками военно-патриотического движения «Юнармия» Всероссийского спортивного комплекса ГТО. Победителями в соревнованиях по стрельбе. Победители и призеры зональных и краевых соревнований среди допризывной молодежи. Школьники, в ваших руках будущее Кубани. С 1 мая! Ура! Трибунам приближаются кадеты и педагоги Крымского филиала Кубанского казачьего кадетского корпуса имени атамана Михаила Павловича Бабыча Краснодарского края, который был открыт 1 сентября 2015 года. Возглавляет колонну начальник филиала Сиротенко Василий Васильевич. В филиале корпуса трудится 52 сотрудника, среди которых Пигарева Светлана Андреевна, почетный работник общего образования Российской Федерации, Сидорук Светлана Семеновна, отличник народного просвещения. В крымском филиале обучается 120 кадетов со всех уголков Кубани и России. С праздником! Ура! Победителя конкурса «Лучшее учебное заведение края» среди учебных заведений среднего профессионального образования Краснодарского края. Во главе с директором-специалистом высшей квалификационной категории, ветеранов профтехобразования, заслуженным мастером производственного обучения Кубани, отличником профессионального технического образования Российской Федерации, почетным работником начального профессионального образования Российской Федерации Николаем Викторовичем Плошник. В учреждении работают настоящие профессионалы своего дела. В колонии также идут победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Владимира Владимир, Кибаров Ибрагим и Марченко Александра, победитель краевой спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 2018 года по волейболу Космынина Екатерина и Шевченко Лидия, победители краевого зонального конкурса «Салют талантов» среди профессиональных образовательных учреждений Краснодарского края, серебряные призеры регионального совета по спортивному туризму. Да здравствует студенческая молодежь! Будущее России! Ура! За это время было подготовлено более 15 500 специалистов пищевой промышленности. С 2015 года колледж является специализированным центром компетенции по WorldSkills – хлебопечение. Студенты колледжа участвуют в 7 компетенциях WorldSkills. За годы учения в национальных и региональных чемпионатах студенты колледжа получили 5 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовых медали и 2 медальона за высокий профессионализм. Среди победителей – Пожарская Ольга, Волчкова Диана, Оганесян Соня, Стрижаков Кирилл, Бутенко Анастасия, Руденко Анастасия. Коллектив Крымского технического колледжа полон сил и энергии, достойно выполняет миссию по подготовке высокопрофессиональных, всесторонне развитых специалистов для предприятий и хозяйств России. Да здравствует студенчество района! С 1 мая! Ура!
На центральной улице города колонна работников и активистов отрасли молодежной политики. Ее возглавляет начальник отдела по делам молодежи администрации Крымского района Тикеева Эвелина Авельфаапана. В Крымском районе проживает более 23 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. В ведомстве отдела по делам молодежи одно подведомственное учреждение, муниципальное казенное учреждение, Центр молодежной политики и руководит которым молодежи проводит работу по 15 направлениям реализации государственной молодежной политики. Мы приветствуем поисковый отряд «Кавказ». Возглавляют колонну руководитель отряда Клименко Николай Николаевич. С 2010 года поисковики приняли участие в более 250 однодневных экспедициях и более Красной армии, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Слава поисковикам Крымского района! С 1 маем, друзья! Ура! Вас приветствует колонна военного комиссариата города Крымское Крымского района. Военный комиссар является территориальным органом Министерства обороны Российской Федерации в Крымском районе и по итогам работы занимает передовые места в Краснодарском крае. Сегодня возглавляет работу военного комиссариата полковник запас, ветераны военной службы и боевых действий, имеющие государственные награды. Подполковник запаса Ануфриев Сергей Юрьевич, подполковник запаса Ершов Андрей Анатольевич и многие другие. С праздником! С 1 мая! Ура! Праздничную колонну управления Пенсионного фонда в Крымском районе возглавляет начальник управления Багян Эдуард Грантович. Кроме назначения и выплаты пенсий, управление производит выплаты социального характера, осуществляет ведение персонифицированного учета застрахованных лиц и реализацию федеральной программы дополнительной государственной поддержки семьям, имеющих детей. Ведется активная работа по реализации федерального закона о дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержки формирования пенсионных накоплений. В программу софинансирования пенсии вступило более 2000 жителей нашего района. Социальные гарантии трудящимся! Ура! С праздником! На главной улице города колонна сотрудников филиал государственного автономного учреждения Краснодарского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в Крымском районе. Руководитель Свисткова Людмила Владимировна. Получить паспорт, зарегистрировать предприятие, оформить материнский сертификат, осуществить операции с недвижимостью, поставить ребенка в электронную очередь детский сад и многое другое можно осуществить, посетив филиал многофункционального центра. Да здравствует 1 мая! Ура! Приветствуем работников Управления социальной защиты населения и государственных учреждениях социального обслуживания, которые 27 лет оказывают различные виды социальной поддержки и социального обслуживания населению Крымского района. Руководит работой управления и координирует деятельность всех социальных учреждений Закролевская Татьяна Тихоновна. Свыше 70 видов пособий и компенсаций выплачиваются региональными федеральными льготникам, семьям с детьми, малоимущим семьям и другим категориям граждан. В 2018 году было назначено и выплачено более 580 миллионов рублей. Крымский комплексный центр социального обслуживания населения возглавляет директор учреждения Волкова Наталья Федоровна. С 2001 года работает Крымский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, в котором оказывается квалифицированная психолого-педагогическая и социально-медицинская помощь. Ура! Выходит колонна работников Центра занятости населения Крымского района. Только за прошлый год при содействии службы занятости трудоустроено более 2000 человек. Служба занятости населения направляет безработных граждан на профессиональное обучение, оплачиваем общественные работы. Много лет руководит Центром занятости Черник Яна Александровна. С 1 маем, друзья! С праздником! Ура! Мы приветствуем красочно украшенную колонну государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Крымская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края. Возглавляет колонну главный врач учреждения, врач-анестезиолог-реаниматолог Артак Рубикович Матевосян. На отрасли здравоохранения лежит основная ответственность за сохранение жизни и здоровья граждан. Система здравоохранения Крымского района представлена 48 учреждениями. Здравоохранение Крымского района уверенно развивается. Ежегодно проводятся мероприятия по увеличению материально-технического оснащения, увеличению заработной платы медицинских сотрудников, приобретению нового современного оборудования. В 2018 году построен офис врача общей практики в поселке Саук-Дере. Проведен капитальный ремонт амбулатории в станице Троицкой. Получен новый аппарат УЗИ и рентген-аппарат. Аппарат вентиляции легких, лапароскопический аппарат.
Крымском районе в числе первых внедрена электронная регистратура, в том числе сервис записи на прием к врачу через интернет. В этом году на базе Крымской ЦРБ открыт центр амбулаторной онкологической помощи. Здоровье крымчан – приоритет медиков. С праздником! Ура! К трибунам приближается колонна отдела государственного бюджетного учреждения Краснодарского края, краевая техническая инвентаризация, краевое БТИ по Крымскому району. Колонну возглавляет начальник отдела Мамбетова Эльвира Асановна. Учреждение осуществляет свою деятельность на территории Краснодарского края более 90 лет. Учредителем краевой БТИ является Департамент имущественных отношений Краснодарского края. Отдел представляет услуги по технической инвентаризации, кадастровым проектам и геодезическим работам. В учреждении работает экстремальный принцип обслуживания клиентов. Любую услугу краевой БТИ вы можете заказать онлайн. С праздником, дорогие друзья! С 1 мая! Ура! Мы приветствуем сотрудников Сбербанка. Сбербанк сегодня – это кровеносная система российской экономики, третья ее банковской системы. Банк дает работу и источник дохода каждой 150-й российской семье. Среди клиентов Сбербанка более 1 миллиона предпринимателей. Сбербанк сегодня – это команда, в которую входят более 260 тысяч квалифицированных сотрудников, работающих над превращением банка в лучшую сервисную компанию. Мира и благополучия каждой семье! С праздником! Ура! Приближается праздничная колонна администрации Крымского городского поселения. Возглавляет колонну глава города Крымска Янис Георгиевич Будагов и председатель Совета Крымского городского поселения Владимир Петрович Исаченко. В городе проживает более 57 тысяч жителей. В поселении работает более 1000 предприятий и организаций различных форм собственности. 2800 индивидуальных предпринимателей. В 2018 году крупные и средние предприятия поселения обеспечили объемы производства продукции и оказанных услуг на сумму 7 миллиарда 854 миллиона рублей. Активно реализуется программа обеспечения жильем молодых семей. Так, в прошлом году 9 молодым семьям вручены свидетельства на социальные выплаты. Большое внимание уделяется вопросам жилищно-коммунальной сферы. Это ремонт линии наружного освещения. Крымск за здоровый образ жизни! Крымскому краеведческому музею в этом году исполняется 55 лет. В музее работают как ветераны музейного дела, так и молодежь, продолжающая традиции, заложенные первым директором музея Лидией Сафроновной Лысой. На праздничной площади молодежный культурный центр «Русь» директор Анна Константиновна Ярошук. Учреждение работает 49 специалистов. 4 коллектива имеют звание «Народный» и «Образцовый». В МКЦ «Русь» плодотворно работает народный хор казачьей песни «Золотая осень», народный хор «Крымские зори», народный духовой оркестр, образцовый ансамбль народной песни имени Надежды Авакян «Зоренька», а также хор «Родные напевы», вокальный ансамбль «Серебряные голоса», коллектив современного танца «Рит». С большим успехом эти коллективы выступают во всех уголках города и района. По центральной улице идут юные кинозрители и работники кинотеатра, директор Инна Цуркан. Перейдя на цифровой кинопоказ в формате 3D, кино получило второе дыхание. За весь период работы кинотеатра его посетило более 4000 зрителей. При поддержке Совета депутатов Крымского городского поселения Крымского района в кинотеатре установлены современные кресла. В этом году кинотеатр вошел в пятерку лучших в крае по социальной работе с населением. С каждым днем Крымск преображается. В городе 290 многоквартирных домов, которые находятся на обслуживании управляющих компаний. ООО «Кредо» осуществляет свою деятельность с 2009 года. Руководитель Шулика Василий Владимирович на обслуживании 85 многоквартирных домов. Сервис «Сити» Сергеенко Николай Сергеевич. Для обеспечения более комфортных условий труда приобретена специализированная техника. Работниками предприятия для благоустройства города высажены цветы, деревья, кустарники, засеяны газоны. Проводятся работы по ремонту дорожного полотна, строительству тротуаров на улицах города. Слава труженикам Крымска! Все трудовые достижения родному городу! Ура! С праздником 1 мая! Мира, добра, удачи, любви! Ура!
На главной улице города праздничная колонна Адагумского сельского поселения, в котором проживает более 4000 человек. Возглавляет колонну глава Адагумского сельского поселения Бахмут Павел Дмитриевич. Основой экономики поселения является сельскохозяйственное производство. Поселение гордится индивидуальным предпринимателем Няга Вячеславом Николаевичем, который выращивает овощные культуры, предприятием СПК «Кубанский сад», где занимаются садоводством. Промышленное производство представлено такими предприятиями, как ЧП «Завозин», которое представляет 16 видов услуг по изготовлению металлоконструкций, ТТМ «Сочи», предприятие по переработке нефтяной продукции, Русская нефтяная компания, предприятие по обслуживанию нефтяных скважин, расположенных на территории Адагумского сельского поселения. Агроавиа. Предприятие проводит обработку сельхозполей с воздуха. На территории поселения расположены две школы и два детских сада. Социально-культурный центр Адагумского сельского поселения и Адагумская поселенческая библиотека. Радует своим творчеством 10 творческих коллективов СКЦ. Вокальный ансамбль «Горлинка» ежегодно становится лауреатом. Да глубокие руки шире, не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика, общее укрепляющее, утром отрезвляющее, если же пока еще гимнастика, общее укрепляющее, утром отрезвляющее, если же пока еще гимнастика. На территории поселения работают секции по волейболу, регби, спортивной борьбе, футболу. Ребята занимают призовые места в соревнованиях различного уровня. Слава землякам, жителям Адагумского сельского поселения! С праздником, с Первомаем! Ура! К трибуне приближается колонна Варениковского сельского поселения, самого большого сельского поселения в Крымском районе. Возглавляют колонну глава поселения Дейко Виктор Леонидович и председатель совета поселения Елизаров Евгений Олегович. На территории поселения находится 5 общеобразовательных школ, в которых обучаются около 2000 учащихся. 6 детских садов посещают 850 детей. На территории поселения работают детская школа искусств, современные объекты спорта, спортивный комплекс и стадион, 2 дома культуры. В колонии Варениковского сельского поселения мы видим представителей Варениковского театра истории, которое начинается с 1880 года. Варениковское сельское поселение уверенно идет в завтрашний день. Ура! С праздником! Встречаем колонну Кесаревского сельского поселения, которую возглавляет глава поселения Сапириди Сергей Викторович. В состав поселения входит 10 населенных пунктов, в которых проживает более 5000 человек. В поселении 19 крестьянско-фермерских хозяйств и более 1500 личных подсобных хозяйств. Активно развивается возделывание овощей в закрытом грунте. Отрасль здравоохранения включает 4 ФАПа и 1 офис врача общей практики. Пищевая промышленность представлена ООО «Олимп» и ООО «Агротехинвест». В Кесаревском сельском поселении работают 2 общеобразовательные школы и 2 детских сада. С 2019 года открыт военно-патриотический клуб «Штурм». Активную позицию в развитии поселения занимает спорт, военно-патриотическое воспитание и популяризация здорового образа жизни. На территории действуют 5 спортивных клубов по футболу, волейболу, хоккею на траве, рукопашному бою, греко-римской борьбе. В поселении работают 2 социально-культурных центра, 4 сельских клуба и 4 библиотеки. Благодарим все трудовые коллективы Кесаревского сельского поселения за добросовестную трудовую плодотворную работу. С 1 мая! Ура! По главной улице города движется колонна Киевского сельского поселения, которую возглавляет глава Киевского сельского поселения Борис Сергеевич Шатун. В состав Киевского сельского поселения входят 16 населенных пунктов. Здесь в дружбе и согласии проживают 20 национальностей. На территории расположены 2 средние общеобразовательные школы, 4 детских дошкольных учреждения, дом культуры, 3 сельских клуба, 1 амбулатория, 2 фельдшерско-акушерских пункта, 3 отделения связи и 2 стадиона. В поселении ведут свою деятельность бюджет образующие предприятия: колхоз «Ленинский путь», ООО «Кубань-Агро», КПХ «Зениша», КПХ «Ермак», КПХ «Бровина». На территории поселения зарегистрировано 67 субъектов малого бизнеса.
Село Киевское является родиной дважды героя Советского Союза, летчика Владимира Аврамовича Алексенко, имя которого носит школа номер 12, села Киевское. Поздравляем с 1 маем! Ура, товарищи! Приближается праздничная колонна администрации Мирчанского сельского поселения Крымского района. Возглавляют колонну глава поселения Прокопенко Елена Васильевна. В состав Мирчанского сельского поселения входит 5 населенных пунктов, в которых проживает более 2000 человек. В поселении ведут свою работу совет депутатов, в составе которого 10 депутатов и 6 руководителей территориального общественного самоуправления. В поселении работают дом культуры, библиотека, школа, детский сад и амбулатория. Основной экономической составляющей поселения является сельское хозяйство и торговля. На территории поселения расположены 842 ЛПХ. Развито тепличное хозяйство. Основные крупные предприятия: ООО «Зерновая компания Новопетровская», ООО «Южные земли». Активно и постоянно проводится работа по вовлечению детей и молодежи в различные культурно-массовые и спортивные мероприятия. Праздником, дорогие земляки! Да здравствует труд! Да здравствует мир! Да здравствует май! Ура! Вас приветствует молдаванское сельское поселение, глава Улановский Александр Витальевич. Численность населения более 9 тысяч человек. Здесь проживают 16 национальностей. На территории расположены 4 школы, 6 детских дошкольных учреждений, 2 амбулатории, 4 фельдшерско-акушерских пункта. Организация культурного досуга на территории поселения занимается 6 клубов и 4 библиотеки. Активно и постоянно проводится работа по вовлечению детей и молодежи в различные культурно-массовые и спортивные мероприятия. Школьники показывают высокие результаты в учебе, участвуя в олимпиадах района и края. Большое внимание уделяется развитию спорта. Ежедневно более 100 ребят тренируются в спортивном комплексе и на 2 футбольных площадках. Среди воспитанников Марарь Андрей, двукратный победитель края по боксу. Активно участвует в жизни поселения Совет ветеранов. Основное направление экономики поселения – сельское хозяйство. В поселении 4 бюджетообразующих предприятия – агрофирма «Саукдыре», «Новокрымская», «Родина», «Патрида». Основные направления деятельности – выращивание зерновых культур, винограда и переработка. На территории поселения зарегистрировано 68 субъектов малого бизнеса, 29 КПХ, 78 ЛПХ, ведущих активное товаропроизводство. С 2005 года в поселении образованы 12 новых предприятий, среди которых ООС, УКА «Согласие», «Новокрымская», «Левкадия», «Левкадия Строй» и многие другие. С праздником 1 мая! Процветание и благополучие каждому жителю Крымского района! Ура! Нашу демонстрацию продолжает праздничная колонна Нижнебаканского сельского поселения, где проживает более 10 тысяч человек 35 национальностей. Колонну возглавляет глава Нижнебаканского сельского поселения Гернеший Иван Иванович. В состав поселения входят 4 населенных пункта, на территории расположены 2 общеобразовательные школы, 3 детских дошкольных учреждения, 2 дома культуры, 1 амбулатория, 1 фельдшерско-акушерский пункт, 3 отделения связи, 1 библиотека, детская школа искусств. Основой экономики Нижнебаканского сельского поселения является промышленность, торговля, сельскохозяйственное производство. Зарегистрировано 92 субъекта всех отраслей экономики. Значимую роль в экономике поселения играют такие предприятия, как ООО «Велестрой», обособленное подразделение ООО «Красноармейская ДРСУ», «Абба», «Гром», осуществляющие производство строительных материалов, обословленное предприятие «Новороссметалл». О, с праздником! Ура!
праздничной демонстрации принимает участие делегация пригородного сельского поселения. Возглавляет колонну глава поселения Лазарев Василий Васильевич. В состав поселения входит 7 населенных пунктов, в которых проживает более 6 тысяч человек. Здесь дружественно содействуют представители многих национальностей. Родообразующим предприятием на территории поселения является группа компаний «Гавриш». Сельскохозяйственной деятельностью занимается 11 крестьянско-фермерских хозяйств. На территории поселения функционируют 32 субъекта стационарной торговли. В поселении функционируют 15 объектов социальной сферы. Успешно развиваются учреждения отрасли культура. Поселенческая библиотека в рамках государственной программы Краснодарского края развития культуры стала победителем конкурса на лучшее учреждение, лучший работник. Две общеобразовательные школы, выпускники которых, получив образование, возвращаются в родное поселение. Неоднократно поселение становилось победителем районного месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы. Приоритет нашей молодежи – здоровый образ жизни, занятия спортом, развитие творческих способностей и высокий дух патриотизма и любви к своей малой родине. Слава труженикам пригородного сельского поселения! С праздником! Ура! Нашу демонстрацию продолжает праздничная колонна Троицкого сельского поселения. Возглавляет колонну глава поселения, почетный житель муниципального образования Крымский район, Поздняк Виктор Иванович. В состав поселения входят 4 населенных пункта. На территории расположены 2 общеобразовательные школы, 2 детских сада, социально-культурный центр Троицкого сельского поселения, детская школа искусств, амбулатория, спортивный комплекс «Олимп». Основой экономики Троицкого сельского поселения является промышленность, торговля, сельскохозяйственное производство. Значимую роль в экономике поселения играют предприятия «Краснодарнефтегаз», «Наука плюс», «Возрождение плюс», «ИП Воронная» и другие. В течение года произведен капитальный ремонт Троицкой амбулатории, построен новый детский сад на 50 мест, завершен капитальный ремонт СКЦ станицы Троицкой, введен в эксплуатацию развлекательный центр «Семья». Ведет строительство Свято-Троицкого храма меценат Шамара Алексей Алексеевич. Активно участвует в жизни поселения Совет ветеранов. За особые заслуги перед Троицким сельским поселением в 2019 году президенту Кубанская нефтегазовая компания, уроженцу станицы Троицкой Шамара Алексею Алексеевичу присвоено звание почетного гражданина Троицкого сельского поселения. В 2019 году Троицкое сельское поселение станет более благоустроенным и красивым. С праздником! С 1 мая! Ура! Празднично украшенную колонну южного поселения ведет заместитель главы поселения Пазушка Евгений Михайлович. В колонне идут специалисты администрации южного сельского поселения, рабочие, председатели ТОС, ветераны-представители казачества, учреждения культуры, образовательных организаций, молодежи, сельхозпроизводители. На территории поселения осуществляет свою деятельность 7 ТОСов. В этом году председатель ТОС номер 3 хутора Евсеевского Поменко Татьяна Ивановна заняла 3 место в конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Красинское хуторское казачье общество считает одним из лучших в Крымском районе на протяжении более 20 лет, атаманом которого является настоящий патриот своей малой родины Салата Сергей Иванович. На территории поселения расположены 2 сельских клуба и 1 социально-культурный центр, 5 библиотек. На базе СКЦ хутора Черноморского работает 11 кружков и 15 клубных формирований. Работники учреждения активно принимают участие в мероприятиях различного уровня, участвуют в конкурсах и фестивалях. На территории поселения работают 10 сельскохозяйственных предприятий, 20 крестьяно-фермерских хозяйств, 910 ЛПХ. Крупными сельскохозяйственными предприятиями являются «Росинка», «Тип Левченко», КФХ «Арсенов», «Луч», «Агросоюз». В 2018 году кооператив «Казачий» получил грантовую поддержку из средств краевого бюджета на модернизацию плодоовощного хранилища. На территории поселения расположены 3 школы, в которых учатся более 400 детей и 1 детский сад. С праздником весны и труда! Ура! Процветание и благополучие каждой семье! На главной улице города колонна автошколы «Автолюбитель», которая начала свою деятельность 2012 года под руководством Шаталовой Елены Юрьевны. Автошкола имеет собственный офис и автодром, который является и экзаменационным ГИБДД. Ведется подготовка водителей категории А, Б, М, а также на автомобиле с автоматической коробкой передач. В 2019 году автошкола успешно прошла аккредитацию и соответствует всем последним требованиям. Современное оборудование, кассы, специализированный автодром, надежный транспортный парк. Девиз автошколы «Автолюбитель» номер 1. Мы научим вас ездить, как дышать, свободно. С праздником! Ура!
Мы приветствуем Крымский аварийно-спасательный отряд Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-Спас», который был создан в 2013 году. Возглавляет филиал профессионал, заслуженный спасатель Кубани, уже многие годы работающий в службе спасения, Михаил Алексеевич Кутепов. В зону ответственности отряда входит территория Крымского, Абинского и Новороссийского районов, в том числе и трудонаступные участки в горах и на побережье Черного моря. На вооружении у крымских спасателей современная техника. В отряде 30 человек, практически все опытные спасатели, альпинисты, судоводители, газоспасатели, прошедшие специальную и профессиональную подготовку, неоднократно участвовавшие в предотвращении ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Да здравствуют спасатели Крымского района! С праздником! Ура! Союз «Крымская торгово-промышленная палата» в этом году будет праздновать 14-ю годовщину со дня создания. За это время работы «Крымская ТПП» неоднократно отмечалась грантами и грамотами со стороны России и Краснодарского края. В рядах членов Крымской торгово-промышленной палаты насчитывается почти 500 организаций, предприятий и предпринимателей, которые вносят достойный вклад в развитие экономики Крымского района. С праздником, друзья! С 1 маем! Встречаем колонну «Хлебозавод Крымский». Впереди колонны идут начальники производства: Пикарева Наталья Александровна, Мартынович Нелли Михайловна, Губская Галина Владимировна, передовики ветераны производства Попова Любовь Михайловна, Мельниченко Елена Александровна, Косопиди Елена Ивановна. Коллектив «Хлебозавода» работает слаженно и дружно. Выпускаемая продукция заслуженно пользуется спросом и уважением среди населения края, города и района. Хлебобулочный цех вырабатывает ароматный хлеб и булочки, которые радуют глаз. Кондитерский цех порадует тортами и пирожными в дни праздников. Продукция на любой вкус. Коллектив «Хлебозавод Крымский» выражает солидарность со всеми трудящимися мира и Российской Федерации. Социальному государству социальные гарантии. С праздником, дорогие друзья! С 1 маем! Ура! К трибуне приближаются представители трудового коллектива группы компании «Астек МТ», акционерного общества «Системный алюминий» и закрытого акционерного общества «ПРОК». «Астек МТ» – самое крупное производственное предприятие Крымского района. История предприятия началась в 2006 году. За годы своего развития завод «Астек МТ» стал высокотехнологичной производственной площадкой. Общая численность трудового коллектива возросла до 1150 человек. Предприятие входит в пятерку лидеров производителей экструдированного алюминиевого профиля в России. Мощность алюминиевой экструзии составляет 25 тысяч тонн в год. ПВХ производства 18 тысяч тонн годовой продукции. Фурнитуры для окон 500 тонн в год. Высокие результаты работы предприятий достигаются благодаря слаженной работе коллектива профессионалов. Специалисты производства ежегодно награждаются благодарственными письмами главы Краснодарского края и почетными грамотами Министерства промышленности и энергетики Краснодарского края. Да здравствует 1 май! Праздник мира! Праздник весны! Праздник труда! Ура! Колонна управления ветеринарии Крымского района. Начальник ветуправления Егоров Роман Евгеньевич. Ветеринарная служба Крымского района была создана в сентябре 1943 года. На сегодняшний день является одной из лучших служб Краснодарского края. Здесь трудятся 59 человек, из них 3 заслуженных врача Кубани. Многие работники награждены грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, губернаторскими и иными благодарностями. С 1 маем, друзья! С праздником! Ура! К трибуне приближается колонна работников Крымской опытной селекционной станции. В учреждении работает квалифицированный коллектив научных сотрудников, возглавляемый доктором сельскохозяйственных наук Виктором Геннадьевичем Ереминым. В организации трудятся также и специалисты сельскохозяйственного производства, которых насчитывается более 100 человек. Слава российской науке! Слава труду ученых! Ура!
Мы приветствуем коллектив бензовода «Олимп». История предприятия началась 30 апреля 2004 года. В этом году бензовод отпраздновал 15-летнюю годовщину со дня своего существования. А возглавляет динамично развивающееся предприятие Даниилян Армен Юрьевич. За годы своего развития бензовод «Олимп» оснастил свои производственные цеха высокотехнологичным оборудованием нового поколения. Нарастил объем выпускаемой готовой продукции. Открыл дополнительный цех розлива. Произвел установочные работы по запуску новой линии розлива по разливу готовой продукции. В стеклобутылке. Да здравствуют труженики района! С 1 мая! Ура! На праздничную площадь выходит колонна работников организации «Южные земли». Это молодое, современное сельхозпредприятие, крупнейший налогоплательщик района и ответственный работодатель, создавший более 500 новых рабочих мест. Всего 4 года назад компания начала с нуля закладку суперинтенсивных яблоневых садов в Крымском и Абинском районе с плановой урожайностью более 60 тонн с гектара. А сегодня хозяйство имеет 700 гектар плодоносящих садов. Построено крупное фруктохранилище в Крымском районе. Строится еще одно в Абинском районе. В 2018 году было собрано более 9000 тонн яблок высших товарных сортов. В этом году компании «Южные земли» планируется собрать урожай более 20 тысяч тонн яблок. Мы можем гордиться тем, как это сельхозпредприятие, успешно развивающееся в нашем районе, выполняет государственную задачу по импортозамещению яблок. Давайте поприветствуем это молодое и амбициозное сельхозпроизводство. С праздником весны и труда! Ура! К праздничной трибуне приближается трудовой коллектив крымского филиала управления «Кубань-Мелиот-Подход», штатная численность которого составляет 170 человек. Основное предназначение филиала – эффективная эксплуатация межхозяйственных мелиоративных систем. В оперативном управлении находится Варнаинское водохранилище, 9 насосных станций, разветвленная сеть каналов и гидроузлов. Бесперебойная подача и водоотведение с орошаемой площади позволяет фермерским хозяйствам района получить гарантированно высокий урожай риса, овощей, кормовых культур. 35 лет предприятие возглавляет заслуженный мелиоратор России, почетный гражданин муниципального образования Крымский район Карапыш Александр Васильевич. С праздником! С 1 мая! Ура! Мы встречаем! Водоканал «Крымск». Руководит предприятием директор Карпович Владимир Иванович. Предприятие осуществляет эксплуатацию более 500 километров водопроводных сетей, выполняет добычу питьевой воды из 36 артезианских скважин, а также транспортировку воды для бесперебойного водоснабжения абонентов. Потребляемый объем воды составляет почти 600 тысяч кубических метров. Предприятие осуществляет техническое обслуживание 140 километров канализационных сетей, 32 канализационных насосных станций и 5 очистных сооружений. В коллективе трудится 219 человек, высококлассные специалисты и профессионалы своего дела. Да здравствует 1 мая! Праздник мира, весны и труда! Ура! По главной улице города проходит коллектив филиала акционерного общества «НЕСК Электросети» – «Крымск Электросеть». Возглавляет колонну исполняющий обязанности директора Шульга Александр Владимирович. Предприятие бесперебойно обеспечивает электроэнергией потребителей города и района. Обслуживает 165 трансформаторные подстанции, 470 километров воздушных линий электропередач, 30 километров кабельных линий, поставляя свет и тепло в каждый дом города и района. В празднично украшенной колонии идут передовики предприятий и специалисты своего дела. Слава передовикам производства! Слава энергетикам Кубани! С праздником! С 1 мая! Ура! Дорогие земляки! Завершает нашу праздничную демонстрацию колонна филиала номер 11 «Газпром газораспределение Краснодар». Одно из важнейших предприятий системы жизнеобеспечения. Предприятие успешно работает более 60 лет. Филиал обеспечивает газоснабжение всех потребителей города Крымска, Крымского района и города Новороссийска, в том числе население более 40 тысяч абонентов, 920 объектов коммунально-бытового назначения. Филиал номер 11 активно участвует в газификации населенных пунктов Крымского района и города Новороссийска. В настоящее время эта работа продолжается. В 2018 году предприятие выполнило транспортировку более 200 миллионов кубометров газа. На предприятии трудится 280 человек, большинство из которых – специалисты высокой квалификации. Трудовой коллектив гордится своими передовиками –
Да здравствуют специалисты Крымского района! С праздником! Ура!